Здесь прям на роговице растет. Роговицу ушивать я как бы не... Это вам к офтальмологу, к офтальмхирургу надо будет его вести. Такое я не сделаю. Кто у нас там? Я не знаю, где там, может, в Москве, кто у нее есть. Ну. Вот. У нас здесь нет в Липецке, да, таких специалистов? В Липецке, блин, нет, такой хирургии вряд ли.